Привет, дорогие зрители канала Big Geek, с вами Илья Слейд, я давний друг и соратник компании Big Geek, и сегодня я буду распаковывать AirPods, которые уже все обозревали, но все равно. Прекрасным ножом я сейчас вскрою упаковочку и покажу вам, как Apple делает наушники. Давайте посмотрим с вами на эти замечательные уши. Они... Ты не то распаковал! В смысле? У тебя была одна работа, это не те наушники! Держи, держи, держи! Чё орёшь-то, блядь? Я аж рассмотрю, подождите, это же... Чуваки, это чёрный AirPods! А чё ты мне три-то дал? Чё они такие? Что ты хочешь сказать, что там ещё какие-то есть? Что чёрные? Jet Black! Jet Black! Блин, охренеть, чуваки. Это реально разноцветный AirPods. А это вообще законно? Они китайцы? Они китайские? Нет? Нет, настоящий AirPods. Как это вы вообще сделали, ребята? Откуда у вас это? Это какая-то секретная технология Apple или что это? Ладно. Это краска! Выглядит-то неплохо. Ну, как бы вот на первый взгляд, по крайней мере, если не всматриваться, если вообще прям лупу, если, конечно, взять, то можно увидеть вот здесь вот небольшие такие вот заусенчики какие-то непонятные, оставленные, наверное, тем чуваком, который это все красил. Вот, но на первый взгляд реально не бросается в глаза и выглядит это довольно симпатично. Давайте посмотрим, какие у нас третьи. Я уже боюсь представить. Мать его, вы сделали Product Red. Блин, ну вот красные прям вообще сочные. Блин, я бы купил себе красный AirPods, серьезно. Вот когда ты вот так вот одеваешь в одно ухо черные, в другое красные, и вот так вот ходишь, просто наводишь на всех и стреляешь. Нет, это круто, на самом деле круто. Но, все-таки опять же, да, если присматриваться, вот я думал, что это пыль, но проведя с ними некоторое время и протерев, я понял, что это не пыль. На них есть небольшие белые точки. Вот, собственно, вот такие вот три AirPods. Черный, Jet Black и красненькие. Ну вот, знаете, не хватает, конечно, красного мата. Вот чтобы прям вообще уделать Apple во всем. Вот и, кстати, тоже заусенчик вообще, на самом деле. Так что, слушайте, классный подгон. Нахер вообще обычные AirPods вообще. Я куплю себе красный. Я буду как настоящий бабский модник буду. На самом деле, да, ну, красные наушники, это, конечно, хорошо, но они реально подходят только для девушек. А вот парням нужен хотя бы, как минимум, красный мат. Знаете, как красные машины матовые делают. Вот красный матовый наушник. Было бы классно. Так что откладываю я свои AirPods, забираю... Ну, ладно, не красный, я возьму... Я Jet Black возьму. Все, я возьму Jet Black с красным футляром. Купить их можно по ссылке в описании. Там ссылочка прям есть. Переходите, покупайте. А я, короче, попер. Ну, реально, красный, ну, черный вообще охрененно, чуваки. Прям лайк вообще.